пользуешься иногда сюда. Не, нам нужно вещество краски. Давай эту кашу создадим. Да. Значит, после того, как наберешь это, более темным, фиолетовым, и даже с некоторой розовинкой, поищешь идейку архитектурки. Причем укладывая красочку прямо по архитектуре. Вот этими. Вот этими укладками. А там же вот так. Ага, точно, точно. Хорошо? То есть вот такую резьбу устроишь, лежачий к холсту кистью, устроишь вот эти резьбы. Вот они. Заборчичек. Почему так долго? Потом вгонишь еще что-нибудь. Ну не чисто коричневый. Все-таки там все сиреневит. Все сиреневит. Вот они. Давай. Ну-ка, ну-ка. Нет, давай туда. Нет, я просто цветовую гамму здесь. А так можно с ума сойти. Ну да. Давай зеленцу теперь подшвырни. Вот такое лежачая кисть. Рыхлятинка. Розовятинка. Хорошо? Да. Давай. Рыть уходящий облака вот со своим этим проседями света. Согласна? Угу. Вот они туда пусть прямо. Там этого почти не видно или не видно. Но, на мой взгляд, стоит подсунуть, причем аж вот там выстроить эту идею перспективы. Ну и сюда чуть-чуть тоже. Где-то вот эти вот свет пробивается сквозь эти облаченники. Такое молочное небо. И вот чуть-чуть сквозь это. Поскольку это все листья не закроется, то оно там будет приятно мерцать. Можно немножечко тоже и здесь чуть-чуть подсунуть вот этих настроений. Хорошо? Да. Ну, как оно. Сразу что-то оживилось. И небо чуть-чуть упаковать более ряшливо. То есть сохраняем штришок, но более ряшливенький. Не неряшливый. Так, домики, на мой взгляд, нужно сделать. Сейчас попробуем, если это будет здорово, так и сделаем. Густой красочкой, мастихином, укладывая доски. То есть при том, что кисть дала похожую имитацию, но дополнить это вот такими дощатостями. Вот они, вот они, вот они. Причем меняю периодически цветовые, так чтобы оно. Что, не коричневый? Да где коричневый? Не знаю, я все равно коричневый кажется. Нету там коричневого. Коричневый один из троих. А там и розовый, и фиолетовый. Он только один. Вот эти настроения уложить. Вот эти настроения. И прям создать вот эту деревянные настроения. Хорошо? Да. Потом немножечко там подрежем. Будет нормально. Вот эти штучечки. Вот эти. Давай. Вот это я не понимаю, поэтому я даже не смогла. Там уходит, получается. Ага. Назад, и у меня диаметры там у меня снизу очень. Я, ну, короче, что я сделала. Да, да, да.
Вот, ну все-таки это доски, а не что-то другое. Досочки, хорошо? Угу. Досоньки вот такие. В таких местах все-таки создать. Темноту? Ага. Смотри, какое оно старинное, прямо старинное из-за этих мазочков, правда? Да, это ага, да. Русская деревня. А русской деревни, к сожалению. Опять все те же цветовые, сиреневый плюс коричневый. И вот, допустим, окошечки. 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 Сначала вырежешь, потом кистью доложишь. Прикольно? Угу. Ну это сам канцель, да, кисти. Чего? Угу. Можешь и сейчас прямо. Доложишь этих. По-моему, это... Что? Окна туда же смотрят, а они здесь на нас? Нет? В смысле, они чуть-чуть уходят, да? Да. Ну, уже, уже. Ну, в общем, вот она идет. Так. Там еще есть некоторое мерцание, мигание. Темненькостей. Вот таких. Чуть-чуть, может быть, их стоит там-сям поподложить. Щели и щелистости. Вот они. Темнотики вот здесь. И уже от них поднимаются заборчики. Так, ну может быть действительно уже стоит подложить зелень. Значит, коричневый, желтый. Плюс немножко зеленцы. А показать на то есть это? Охрянная зелень. То есть коричневый, желтый в основке. Угу. Ну и плюс немножко зеленцы. Макательно и чуть-чуть подчеркивая. Угу. Место очень ответственное, сделать его. Если не будет получаться, лучше остановись и потренируй его, скажем, в безопасной местности, вот здесь. Потому что здесь должно быть очень и очень все сделано. Это там внизу сделай, если вы одобрите. Хорошо. Угу. Ну и здесь начать укладку вот этих настроений. Знаешь, лепка на лепку. Посмотри, что получается. Смотри, какая красотень. Так, пойдем. А надо показать это? Посмотри, что делается. Цвета. Ага. Посмотри. Да ты там подберешь уже цветы. Я ж тебе идею самой укладки. Поярче. Получается, у вас рябина более желтая. Вот оно, вот оно. Причем лепка на лепку. Но немножечко, кроме макания, чуть-чуть подчеркивает. Давай. Угу. Ну вот, с листьями вместе. Ты понимаешь? Ну что, посмотри. Ну, согласна. Я подготовила, так сказать. Почек. Да. Работайте, маэстро. Вот оно. Взбитое. Так, травушка-муравушка тоже. Здесь вот в основном такие.
Ты ультрамарин тут выдавила. Ну шо ж ты? Да, ультрамарин лишь какой тухлый дает зеленый. Он хороший, благородный, но тухлый. А вот у соседки не держит? Вот, ничья, ты выдавливаешь. Так, и торчание в высоту. Если в листьях мы эту идею не реализовываем, то здесь немножко реализовываем идею торчания в высоту. Идею змейки, которая, вероятнее всего, серебрится цвет почвы. Даже если он там не серебрится, лучше, чтобы он чуть-чуть серебрился. То есть такой грязненький цвет почвы. Все это заброшено листьями. С окнами у меня проблемы. Пока они были вырезанными, они были повкуснее. Угу. Может, не надо вообще было? Ну, во всяком случае, полностью замазывать не стоило. Вот, кистью потом темную полосочку вдоль и перейдешь в веточки. Заборчик здесь имеет уклон. Вообще забор, я не знаю, правильно или неправильно сделан. Правильно, только уклончик. Уклончик покосившийся. Намокать. Да, есть там такое. И лепестоники переднего плана, похожие по качеству. Накидать. На кустиках этих. Или кистью, или мастихином. Вот эти лепесточки. Хорошо? Я здесь побоялась, конечно, зелени поделать. Чуть-чуть идею тропиночки и там обозначить. Нормалек, да? Смотри, как хорошо, что там есть куда сходить. Некоторое дополнение к этим заборчикам сделаешь кистью, особенно по макушечкам, чтобы макушечки отделились, несколько отделились. Тоже густенькой красочкой. О, смотри, как они там. Вот они. Вот они. Здесь тоже. Есть оно там или нет, неважно. Играем, что есть. Играем, чтобы красивее было. Да.
И в самом краю вот этот вот еще забор меня с банками беспокоит. Хороший забор. Это банки еще. Как в деревне. Ага. Я немножко импровизирую, но это уместно. Ну, не знаю, банки получится ли. У вас-то точно получится. Значит, веточки и прочие. А трубы нету с дымом? Да, труба у меня не получилась, это как-то. Да, мрачная. Структурнее, смотри. Структурнее. Каменнообразно. Да я подожду, я пока лучше дерево займусь. Чуть-чуть подбрось еще этих прикосновений. Там какие-то деревца у нас будут. Здесь все листья. Эти листья. В сочетании одно с другим, одна фактура и другая, будет... А, это же листья. Будет интересно. Теперь чуть-чуть дополнить одну фактуру, одно, вернее, касание другим. Обогатиться. Так, желтого на палитре нет. Добавишь желтого и теперь еще вот этих касаний. Хорошо? Чуть-чуть дополни. Надо больше этого. Что ж ты желтый-то не приготовил? Да это вот желтый, смотри. Он уже просто уходит. Вот они, одиночечки такие, вот они. Вот они. Ой, такущенькие. Прозрачности. Прям перечеркивая стволы. И грозди сейчас кинем. А я вот не помню, как, это точно рябина, да? Ну, сейчас увеличу. Похоже на рябину. Красные такие ягоды. Что это еще может быть? Калина. Калина? Дерево? Калина, дерево. Ну, там вот так. Калина не дерево, калина будет. Смотрите, как. Ну, непонятно. Меня просто интересует, насколько крупные листья у товарища. На какие листья мы можем рассчитывать. А рябина вроде такая более ровненькая, нет? Это мне показалось. Я тут недавно встретился с рябиной. Только недавно? А я ж не Россия, я ж не в России живу, у нас же там в Крыму. Они не растут рябины? Да по-моему нет. А кипарисы, зато у вас растут. Ну так мы ж не кипарис сейчас рисуем. Я знаю, а у нас-то нет кипарисов. С кипарисами я быстренько бы разобрался.
Нет, получается, если цветение все на любви? Не, вот, да. Нет, любви. Да. Ну, давай цветочки просто... Просто подложим. В деревне красные цветы, что-то я даже не представляю, что это может быть за это. Ну, это любимка. Любимка, да? Да, это тоже было. А где-то она... Смотри, вот так вот понакидаешь. Сейчас. Ой, как не хватало, розовенькая, отлично. Вот этот красный. Вот этот. Только это. Да вон он у тебя там. Ага. Чуть-чуть. Чуть-чуть для того, чтобы вдаль отвалилось. Чуть-чуть. Вот таких оконцов. Потом прикольно так. Ничего не понятно и прикольно. Я убрала. Вон, заборчику какой-нибудь. Я уже закончила вот. Звучик. Добавим. Просто кидай. Угу. Может быть даже. И сейчас я перезвоню секунду. Сейчас я секунду перезвоню. Вот такое что-то. Вот такое что-то. Немножко к ним веточек. Что это? Стволы. Очень хорошие. Точно, пожирнее сделать. Теневой только не хватало. Ну классно, тебе самой нравится? Да, сейчас мы его кидаем. Если тебе нравится тема домиков, то вот этот вот мазок, вот этот пластилин краски, вот. Ну, пару веточек, рисовать. И все, да? Угу. Да? Да.